Сегодня в 5:00 утра в районе поселка Кукуштан водитель грузовика «МАН» не опустил кузов и задел им надземный пешеходный переход. Многотонная конструкция обрушилась, под ней оказались два автомобиля «МАН» и двигавшаяся во встречном направлении «Газель». Оба водителя от полученных травм скончались на месте. Следственный комитет проводит проверку. Несколькими часами позже на трассе Пермь-Березники погиб машинист автокрана. Несчастный случай произошел во время ремонта мостового перехода через реку Полазна. Кран перевернулся и упал с моста вместе с находившимся в нем работником. Сейчас в инспекции труда проводится проверка. Выясняются все причины несчастного случая, в том числе, нарушалась ли техника безопасности или же был неисправен кран. Напомню, мост через реку Полазна стоимостью в 203 миллиона рублей ремонтирует компания «Уралмостострой». Срок окончания октябрь 2022 года. Сегодня подвели статистику по ДТП с участием диких животных. С начала года в Пермском крае случились 94 аварии. К слову, 25 сентября на трассе Кунгур-Соликамск водитель легковушки сбил молодую лосиху. Всего же за неделю в крае сбили 4 сахатых. Эти животные часто путают дорогу с рекой. Шум колес напоминает лесным жителям течение воды. Сводку происшествий подготовил Сергей Коленик.